И здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе. Сегодня у нас самый-самый редкий день. Это 29 февраля. И сегодня мы поиграем в God Simulator 3. God Simulator 3. Вообще, эта игра вышла еще примерно в конце позапрошлого года. Но я про нее узнал только сейчас. Когда она вот совсем недавно она появилась в Стиме. В общем-то говоря, God Simulator 3, я только вот не заметил, а где у нас была вторая? То есть был God Simulator 1, который в 2018 году, в 2019 немного мы еще играли. И уже бабах, сразу третий. Второй части не было. В общем, несмотря на то, что игра появилась в Steam, я ее не покупал, я ее скачал пиратскую версию, потому что, ну, как бы я не знаю, понравится мне эта игра еще или нет. 1100 рублей отдавать сразу как-то я пока не готов. Но в пиратской версии, конечно, не поиграешь в мультиплеер. Но, в принципе, мне и пофигу, я и без него пока обойдусь. Вообще, мы играли в первый год симулятор очень-очень-очень давно. И игрушка, она очень веселая, реально. Игра создана для того, чтобы в ней угорать, веселиться. Так что надеюсь, что God Simulator 3 нас также впечатлит. Во всяком случае, не менее сильно, чем первый. А может быть, даже еще больше. Первый God Simulator, по-моему, вышел в 2014 году. А вот этот третий, по сути второй, хотя написано почему-то 3, вышел вот в 2022. Сейчас побегаем, поугараем за козла. Coffee Stain North, это, собственно, компания, которая сделала как первый, так и этот God Simulator. Третий. Эй, не спишь? Кто-то везет нас. Я твой новый хозяин. Понятно? Я бы на тебя посмотрел, но надо смотреть на дорогу. Безопасность прежде всего, да и полицейские тут не дремлют. Короче, сейчас самое время рассказать тебе всю предысторию. Пока что ты там по сторонам смотришь, ясно? Это экспозиция называется. В играх, в фильмах обычное дело, но тут часто всего этого вообще не замечаешь. О, смотри, видишь, свинки. Багнуты. Что это такое? Чем свинки только что занимались, вы это видели? Короче, надо тебе все объяснить, пока не закончишь вступление. Ехать уже недолго. Вот, смотри, уже почти переехали. Короче, с чего бы начать-то? На дорогу-то смотри, ты избиваешь людей, дебил, блин. Я, короче, знаю о твоих ухождениях в Козвеле. Говорят, даже космос из тебя взвыл. Да, космос от нас взвыл. 12 апреля 2019 года был выпуск про космос. Сколько подражателей появилось? Они пытаются присвоить тебе свои заслуги, но теперь это все в прошлом, теперь ты со мной. Понятно? Я из тебя сделаю звезду козлиного мира. Ты мне кучу денег должен. Я выжму из тебя все соки. Ничто не остановит этот стремительный дуэт. Ясно тебе? Или трио, или квартет. Это же многопользовательская игра, ведь не верно? Ну, посмотрим. Сейчас приедем, я слезу и как набодаю тебе. Старикан, погоди, сейчас я подойду. Сидеть смирно, я еще не договорил. Тут мои друзья. Посмотри на меня. Теперь посмотри туда. Ну смотри. Видишь ту башню? Шикарная козлиная башня, извиняюсь. Слишком шикарная для такого простого глупого животного, как ты. Видишь, да? Вон там. Смотри, куда я указываю. Теперь это твой дом. Я в интернете читал, что эти козлиные башни, они служат ходом какое-то там секретное место. Как по мне звучит неправдоподобно. Может, проверишь. Но мне что-то не верится. Просто пообещай, что когда закончится длительное вступление, отправишься к козлиной башне. Если честно, я удивлен, что ты вообще до сих пор его смотришь. Ладно, раз уж ты здесь, вот тебе небольшой подарок. А теперь вылезай из моей повозки и отправляйся в козлиную башню.
Веселись, только не проси возврат денег. Пока. Так, теперь мы можем играть. Собственно, управление, я так понимаю, здесь такое же, как и... Ну да, лизывать. Так, падать. Да, такое же управление. Пробел, прыгнуть, шрифт, бег. Ну, все как в первом симуляторе козла. В принципе, кстати, локация очень сильно похожа на ту, с которой мы начинали в первом году симуляторе. Но видно, что все же это не та локация, она другая. Прикольно. Козу сбили. Лизнуть и тащить. Это мне... Это обучают меня. Хоба! Неплохо, неплохо, реально весело. Бочки ломаются. Так, где этот мужик? Я хочу его... Я хочу забодать его. Нет, это не он. Что-то кто-то там мне сказал. Уйди. Я только козел тут. Кстати... Седло. Так, только попробуйте сесть на меня. А, я же могу сбросить наездника. Я... Ладно. Ладно, так и быть, я окажу вам свои услуги. Он упал в оморок, а он уже знает. Что это такое? Что это творится? Ой. Поскользнулись. Чего больно? Поехали! Прокатились знатно. А ну пошел, а ну с дороги. Так, ладно, давайте... Так, трактор. Что это такое, ездить на жопе? Хоть трактор ремонтировать, я сейчас тут трактор возьму и забодаю. А, с ним ничего сделать нельзя? Понятно, понятно. Где этот мужик-то? Так, сейчас ответ... Ну-ка, отведай-ка силушки козлиной. Ой. Ой, я... Ой, я... Мы горим. Мы горим, но нам пофигу. Сейчас тут все сгорит. Ну, а люди-то горят, но им ничего от этого не... Ну, они вообще как будто этого не замечают. Им ничего от этого не становится. Да почему он на жопе едет, я не понимаю. Да уйди ты, я тут козел самый главный, а не вы. Конкуренции мне не... Вот это, блин, бросок. А, нет, вот этот горит и чувствует, походу, это. Так, пошли все вон, дайте-ка я зайду. Что за... Чем синхронизироваться? Синхронизируйтесь с козлиной башней. А, помогите, от чего, пап? Там какой-то портал появился. Корона какая-то. Только там замок висит. Видимо, нам это недоступно. О, тут реально горит, что ли? Я смотрю, они стали черными все. Блин, это... Не, вот эта игра явно прогрессивная. В смысле, ты войди туда, что ты не вошел-то? Бог, пропусти меня. Дверь закрыта, причем очень сильно закрыта. События какие-то можно посмотреть. Так, ого, ничего себе, тут что-то покупать надо еще. Это предметы для... Ну-ка, а как его использовать? А, возле стены? А, это гирлянду цеплять. А что еще можно сделать? Что-нибудь нормальненькое есть? Пилгор. А, тут персонажи. Это жираф. Какой же это высокий козел? Ты жираф. С козлиной башкой, правда. Рыба, молот. Свинка. Коза из настольной игры.
А я могу снять это приспособление? Отправляйтесь в Козлиный замок, чтобы получить награду. Здесь что-то еще, какие-то достижения непонятные. Как снять эту долбанную штуку-то, блин? А, вот так. Козел, голова рекомендуемая. Спина. Седло. Снять седло. А это что, перевозить вещи или контрабанду? Ё-моё, даже контрабанду перевозить мы можем. Козел, контрабандист. Никогда такого я не видел. Посмотрим, что там. Почему здесь... Он по стенам лазать может, ничего себе. Ага, минус одна цепь. Только как же все цепи-то разблокировать? И что находится за этой дверью? Очень интересная загадка. Это кто такой? Он куда-то меня позвал, что ли? Это что такое? Сюда встать надо или что здесь надо сделать? Что это за алтарь? Так... Хоть ехать на жопе, а. Один раз посмеялся, уже все, хватит. Питать мудрость. Теперь вам доступны инстинкты. Что еще за инстинкты? Прыгните на батуте 10 раз. Попадитесь полиции. А, это достижение, за которое нам будут вот давать вот эти единицы вот такие денежные. Скрытый инстинкт, найдите балахло, я не знаю, что это. Закрыто, жаль, не войдем мы туда. Я понял, как теперь вы, как выйти теперь отсюда? Ну, через двери, обычные, через обычные двери. Так, бандикам бы не задеть. Курсор этот появляется, хватит ехать на жопе, уже не смешно, ё-моё. Помидоры, нифига себе. Так, давайте уже покинем свой дом, начнем радоваться. Инстинкты. Сделайте сальто назад, сделайте тройной прыжок. Ну, тройной. А как я сделал тройной прыжок? Закрепите инстинкт. Сальто назад. Ну-ка, сейчас попробуем. Как сделать сальто? Да встань, ё-моё. Опа! Да блин, еще лучше сделай. Опа! Да блин, ну почти же. Надо, может, забраться выше надо. И... Опа! О, да что же ты будешь делать, а? Не получается, ну и хрен с ним. Давайте уже веселиться. Мы ведь для этого пришли сюда, между прочим. Так, это что-то не ломается. Сейчас теплицу всю нафиг разнесем. Сейчас чего у вас не будет. Это что еще за художественное? А, что она не разрушается? Короче, иди нафиг сюда. Это не ломается. А что это не ломается-то? Говно у вас, а не урожай. Идите отсюда. Так. Че себе? Сила безграничная. И хотя это зря было, с бабушкой так, конечно, нельзя было. У меня нет страховки. Ну и чё, это ж не моя проблема. Тыквы. Начинаем пулять тыквы. Опа. Людям ничего не становится. Очень жаль, я сам тогда сделаю это. Какого фига на первом месте стоит кукуруза? На первом месте должен быть козел. Поняли меня, да? Да. Не поняли? Сейчас я всех вас... Эй, снимать запрещено.
Ой, господи, ну багов, конечно, тут, я так понимаю, тоже хватает. Что это еще за танцы, шманцы? Так, ну-ка, я должен петь, я тут выступаю. Нравится вам, как я пою? Нет, он показал пальцем, нет. Ах, ах, вы сейчас... Я король мира, все должны поклоняться мне, поняли? Так, куда бы дальше пойти? Хватит ехать на жопе, это уже не смешно. Так, надо пойти к тем свинкам, которые мы заметили вначале. Надо проучить их. Управление, можно ехать, что ли? Обалдеть. Можно управлять транспортом, серьезно? Опа. Классические повреждения. Так, поехали к тем свиньям. Мужик этот куда-то исчез. Так, а я смотрю, свинки до сих пор этим занимаются. Так. Фу, какая гадость. Фу. Так, я за ваши неприличные дела на камеру. Сейчас вам всем тут накостыляю, поняли? Даже забор не выдержал. Хватит копать. Ты чё, еще стоишь? Сейчас упадешь. Я куда-то забрался. Ну-ка, сальто назад. Ну почему он не может-то нормально встать-то? Ладно, чем еще можно заняться? Хоть ехать на жопе, задолбал меня. Надо всю местность изучить. Пугало, отстой. Это еще что такое? А, я заряжен. Сейчас я электрическим током. Отведала силушки электрической, будете знать. Электрический забор, значит. Обалдеть, а что это за забор такой? Обалдеть, что происходит в этой игре? Так, она опять бегает, продолжает за мной ходить? Обалдеть, ну и вот это игра. Так, я не понял, какого фига тут закрыты двери? Ну-ка вышибаем нафиг. Не открываются. Господи, ты боже мой. Опять я поджегся. Опять я поджегся, блин. А, стоп. Мы здесь уже были. Ну, были, так давайте поджжем тут все. А, нет, уже не получилось. А, я же могу снова загореться. Сейчас все подожжем. А, нет, мне показалось, он не снимает. Бухать запрещено. А это что такое? Водоем какой-то? Бассейн? Что, не хочет он плавать в нем? У тебя говно, а не скульптура. Так, ну это я уже знал, что взорвется уже. А это что такое? Что? Так, мастерская какая-то. Козел на прокачку. Добавьте крутых деталей. А как добавить их? Я смотрю, ты моешься нечасто. Кто я? Я только что в бассейне был. Как это я не мою? Это что такое? Опа. И что мне это дает? Ну я ж и ничего, по-моему, не изменилось. Пинать меня, вы что, совсем что ли? Никто не смеет так поступать со мной.
А указатель можно выбить? Нет, нельзя. Можно выбить. А это? А вот это можно. Так, сейчас мы вашу лавочку прикроем. У меня секретная дипломатическая миссия. О, а можно ехать на ней? Управление. А прокатиться вместе это что такое? А с кем вместе прокатиться-то? А не с кем, он никого нет в машине. А можно сесть кому-то, что ли? Так, ну-ка, поехали. Поехали, мне нравятся такие машины, кстати. Сейчас, сейчас ДТП устроим, давай. А, кстати, да, в город надо же выехать. О, полиция. Отлично, с полицией справились. Так, давайте кому-нибудь сядем, прокатиться вместе. Я просил прокатиться вместе. О. Ну, посмотрим, куда теперь он повезет нас. Или это она, я что-то не пойму. Это она, наверное. Я не пойму, что это она. По-моему, это она. А у нас, как известно, бабы за рулем часто едут неправильно. А я не понял, это козел бибикает или она все-таки? Ну, кусочек этого шлема торчит сварочного из машины. Это не прикольно. Да ну, скучно с тобой ездить. Так, что это за выступление? Выступать должен я. Пошел отсюда. Опа. О, за меня кто-то голос даже отдал. Спасибо, спасибо. Уже сразу же дали? Отменили? Вас я всех сейчас убью, а тебе спасибо большое, тебя не трону. Ты чё вернулся на сцену? Я тебя только что выгнал, пошел нафиг отсюда. Только попробуй меня ударить. Вот так должно быть, все, поняли? Мисс Талант. Что за мисс Талант? А, мы что-то тут набираем, чтобы открыть дверь. Ну, мы за одну серию, конечно, не пройдем. Не откроем все это. И вообще, я даже не уверен, что я буду продолжать еще играть после этой серии. Ну, если хотите, пишите в комментах. Может, курочка. Куру! Крику, блин. Впечатал в стенку прям. Давайте в городе пошаримся. Мы вообще-то... машину, ну-ка. Вот это я выхватил машину, блин. Просто... Что это такое? Стой! Это из-за того, что я вписался в электричество? А чё баскетбольная корзина-то не ломается? Тут кнопка какая-то. Подождите, там что-то лежит, какая-то кнопка. О, прикольно. Ну ладно, поехали дальше, нам же в город надо. Первая наша остановка — магазинчик. Где вход? Вход в магазинчик где? Банкоматик есть, прикольно. Хоть копать. Итак, святую землю портите. Где вход-то, я не пойму.
он сквозь забор-то проходит. Короче, нету входа в этот магазин, и очень жаль. Ай! Да почему закрыто-то все? Это, или может быть это специально узнали, что такой козел бегает, все позакрывали. Положение такое вот специальное. Так, какого фига моя машина оказалась на заборе? Понятно, я не могу выехать отсюда. А я же могу ее вытолкнуть. У нашего козла безграничная сила же. Давайте сядем другую машину. А, вот сюда можно зайти. Как... О, я денежек набрал. А я думал, где этот... Серьезно? Бальное платье сказал. О, господи, что это? Что в этой игре вообще происходит? О, я таксишник буду. Я супер таксист. Меня не победит никто. Мебельный магазин, значит, да? Так, грабим кассы. Я тут главный, я имею право любые денежки брать. Даже те, которые закон мне не разрешает. И вообще могу что угодно тут делать. Я даже унитаз могу вырвать. Никому больше срать тут не придется. Э, ты что, дебил, что ли? Ты в магазин хотел заехать? Освободи меня. Все, кирдык к машине придет. О-хо-хо-хо! Прикольно, это вообще классно было. Да встань, ё-моё. А в машине никого нет, она вы... Э, в смысле? Ну-ка. Моя машина, вы что, совсем что ли обалдели? Пиццерии. Сейчас отведаем пиццы. Ой. Дрант. Хватит жрать тут. Моя кепка. Доставщик пиццы. Я... В смысле доставщик пиццы? Я не собираюсь никому доставлять пиццу. Только я и жрать ее могу. Netflix. Хорошая отсылка на Netflix. А это что за здание? А, я только что здесь был. Ладно, давай поехали дальше. Так вот. Говёная скульптура. Сносим ее. Так, туда мы поднимемся, но сначала посмотрим, что здесь у нас находится. Ботинки какие-то. Нажмите R возле силовых кабелей. Серьезно, что-то произойти может? Хочешь еще? Пожалуйста. Только с удовольствием. Сколько угодно. Да. Совсем не... Что это сейчас было? А что взорвалось-то?
совсем не модный рюкзачок. Нет, машину свою я не буду портить. Вот это сила. Туалет, жаль, не вышибается. Так, надо не машину постараться не испортить. Машина слишком цена мне. Посмотрим, что тут наверху творится, куда ведет дорога. На машине сюда не проедем, придется пешим идти. А стул загорится, если я... Нет, не загорится. Ладно, я сейчас я тут подожгу все. Тут какое-то все некрасивое. Легко воспламеняемое, деревянное. Отдыхать нельзя в таких местах. Вы чё? Так, турист. Ай, так, что можно еще сделать? Сейчас все уценим. Веселая игра. Так, что это за скульптура и почему не меня проставляют? Ух ты, вот эта прикольная тачка. А, нет, розовая, не люблю розовый, извините. Я тебе тут пасу, блин. Господи. Кирдык вентилятору. Вот электрическая сила тут, конечно, прям четкая. Где силовые кабеля? А это уже сломано. Стальных заборов. Что произойдет-то, если я нажму? Я пока нажимал, ничего не происходит. О, а тут можно залезть куда-то, что ли, серьезно? Ну-ка, а если я сейчас... А если я по машине так сделаю? А, машины начинают ехать сами по себе из-за этого. Нормально. Так, бабах нафиг. Почему машина не взорвалась от этого? Стальные заборы, говорите? А, нет, они уже исчезают. О, все-таки взорвались. Машины надо было подождать немного просто. Чуть-чуть опоздал. Ну да ладно. По лестнице может лазать? О, может. Причем нормально может лазать, а не как было в первом симуляторе козла, где анимации лазания как таковой не было. Как меня зовут? Козел от Максимадзе меня зовут, а теперь пошел нафиг. Это что еще за дирижабль? Я могу туда добраться? Я против ЛГБТ, ё-моё. Хотя, может, это не ЛГБТ, а просто, типа, радужный шар. Кто так делает? Кто обнимается с деревом? О. Это как? Это вообще как такое может быть? Что ж тут за течение такое? Тут куда-то вход. Пошли вон. Пустите меня туда. Что тут у вас происходит? А что это такое вообще? Как? Доступно только в сетевой игре. А, ну и фиг с ним. Какие крики у вас всех ненормальные. Ну-ка, можно на таком транспорте ехать? А, стоп, даже пищалки есть. Так, вырвать эту фигню из пня.
Почему меня туда не пускают? Почему мне нельзя туда войти? Встал. Вот так, гори в аду, понял? Ну, какая-то лесопилка. А, нет, это фабрика, наверное, какая-то. Обалдеть, тут еще целый город какой-то, ё-моё. Ёшкин ты кот, а. Силовые кабели. Ну я же нажал. Тут еще какой-то город. Для меня нету никаких road closed. Приветствую. Играть не запрещено. Только мою музыку все слушать должны. Ну вот это точно взорвется. А если я возле машины это взорву? Опа! Нифига себе. А он что-то ровно теперь не бежит. А, все, все нормально. Господи, что это за химикат такой? А это нефть, что ли? Это нефть! Раз горит, значит, это нефть. Фу, гадость. Липкая бяка. Что это такое? Жаль, их нельзя сломать. Чё на море смотришь? Хочешь искупаться? Пожалуйста, организуй. Впечатляющая, впечатляющая аптека. Только почему меня не пускают в аптеку? Да блин, ну тут что-то... Так, сесть в машину. Сесть в эту машину. Прикольно, можно ездить на машинах. Это реально классно. Полиция не собирается меня арестовывать за это? А там у нас что? Впечатал в стену. Что это за пляски? Опять впечатал в стену. О, господи. Тут серьезно, тут у каждого человека есть имя, которое я бодаю. Где музычка? О, концерт какой-то. Нифигашенький. Ну-ка, а что написано? Доступно только в сетевой игре. Дистопия какая-то. Или алумина. Так вы так вы не играете, вы только вид делаете, что играете. Я все разрушил, всех тут. А музыка все равно играет.
Отлично, концерт сорвали, но мы поняли, что тут все играет, тут все под фонограмму играет. Ненавижу фонограмму. Грег Мартинес. Тут реально каждому человеку имя дали. Обалдеть. Просто у каждого человека есть имя. Саша Мартинес, родственник какой-то. Полицай, здорово. О, о, поехали, 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 поехали. Тоже мне горка. Блин, надо, короче, как-то забраться туда. Жаль, не загорелся. Опа. Бассейн, прикольный бассейн. Так. Э, машина кто-то сел в мою машину, что ли? Или это не моя? А, кто-то сел в мою машину, похоже, да, она ж тут стояла. Я свою машину забираю обратно всегда. А это что за краска? А, тоже в сетевой игре только, ё-моё. Ну ладно, так, что это за радуга? А это батут, да? Опа, опа. И... Тумс. О, желтый. Желтый, желтый, желтый хочу. Желтый. На, ладно, фиг с ним. Не догоню. Все равно. Что в... А что там находится? А, тут закрыто, я туда не зайду. Тут тоннель есть. Это обратно в город, обратно кто-то идет. Или как? Я так понимаю, да. Это поле футбольное. Опять же, только в сетевой игре, видимо. Туда еще есть какой-то проезд. Тут еще... О, ненавижу розовый, ненавижу розовый. Ой, господи, тут еще много чего исследовать. За весь, на весь выпуск кто не влезет. О, боулинг, боулинг. Боулинг зайти надо. Господи. Что-то какая-то сила перемудренная немного. О, ботинки. Так, что это за беспорядок? Убрать стул. Отсюда. Нет, надо в обратную сторону его кидать. Вот так, все, беспорядок устранен. Ну-ка, запускаем шарик. Ну что это за бросок слабый? Ну-ка. О, хороший бросок, только... Э, моя игра. Играть буду я. Что опять мимо-то? И сквозь человек. Опять мимо. О, так-то получше. Я знаю, как я сейчас организую все. Оба! Оба! Поняли? Не страйк, правда. Что это за шляпа такая странная? Стоп, куда поехал?
Так, теперь давайте развернемся и съездим туда, где поворот был. Что-то звук подлагивать начинает. О. Оно просто перед глазами сейчас появилось. В смысле, это что, конец дороги, что ли? Серьезно? Я приехал не туда, куда мне нужно, походу. Опа. Исчезла нефть. Вот так вот быстро. Вот это ДТП я сейчас устроил. Где этот поворот был? Это батут такой, что ли? Красный еще есть. Поворот этот где? Вот он. Что у нас там находится? Господи ты, боже мой. Так. Что это, медитация, что ли? Сейчас я... А ему пофигу, да? Медитация действительно эффективна, но только не для вас, мужики. Мастер Дзен, блин. Ой, так, что там? Ты тебя в нефть угодил, блин. Что это такое происходит? Вы видите это? Это что вообще такое? Как он это делает? Ладно, едем дальше. Там что-то светится. Надо туда заглянуть. Опять в нефть угодил. И все за собой сейчас поджигать буду. Блин, он нестабильно идет. Он. Да блин, ну можно я уже пойду нормально, а? Стоп, а я не вернулся туда, откуда... А, стоп, я вернулся туда, где я начал, что ли? И едем дальше. Хоть и не на своей, хоть и не на той машине опять. О, электростанция. Сейчас подпортим малину на электростанции.
И все противокозлинское, все тут бронированное. А, я хотел электричество вам по всем поотрубить. Все, конец пути, что ли? О выселении кого-то уведомление какое-то. Ну-ка, разгон. И... Поднимись, как подняться здесь? Вот. Блин, я не успеваю отбежать от этого. О, заправка. А что будет, если... Хорошо, сейчас. Кирдык заправки вашей всей пришел. Ну-ка, запитайте меня огоньком. Сейчас устроим пожарик у вас тут. Вот на такой огненной ноте я предлагаю закончить. О пощаде не проси. Предлагаю закончить. О, пожарка! Пожарка. Пожар. Пожарные сами попадут сейчас в огонь. Прям на меня попало. Сейчас пожара станет еще больше. А что на ней не взрывается-то? Я же поджег ее. Я же ее поджег. Она же горела только что. Ладно, короче, фиг с этой пожарной машиной. О, еще одна. Пожарная машина не взрывается. Ладно, давайте на этом заканчивать. С вас лайк, с подписью, за смене, эпичные видосы. Под... Если хотите продолжение, пишите об этом в комментах. Отпустите меня! Серьезно? Никто меня не поймает. Никто не смеет меня ловить. Все, ребята, давайте на этом заканчивать. И если хотите продолжение, пишите в комментах. И всем пока.